текущем формате, практически по текущему году 2016 подведем итог, что впервые мы нашли решение через фонд капитального ремонта домов наших, нашли решение по реконструкции все-таки памятник архитектуры в городе Саратов. И вот сейчас, как руководитель фонда говорит, последние остались штрихи до конца года, я думаю, в самые ближайшие дни вопрос будет решен, 12 домов будут отреконструированы, 12 памятников архитектуры. Поэтому это только начало большого проекта. На следующий год у нас перешли 8 домов. И плюс 15. И плюс 15 будет по 2017 году на улице Московской. То есть вот хорошее такое поступательное движение для того, чтобы фасадную часть, хотя мы ее в большей своей степени в этом году привели в такой надлежащий вид, но реконструкцией заниматься начали только с 2016 года. Поэтому кроме улицы Московской еще будут 35 домов, которые будут вестись одновременно реконструкцию. Наша задача, учитывая практику текущего момента, что она немножко неэффективная, поэтому сегодня уже до конца года будут разработаны проекты на памятники архитектуры, и уже с начала следующего года те виды работ, которые можно пораньше приступить, как крышные работы, их приступят пораньше, а все остальное, как наступит время, то есть по истечении первого квартала практически, можно приступать будет ко всем видам работам, которые касаются реконструкции и в том числе ремонта, капитального ремонта жилого сектора. Потому что мы 2 года у нас такие прошли на подготовительном процессе, и мы понимаем теперь, где у нас слабые места, поэтому должны все работы заканчивать до конца года. Определили лимит, объем 2016-2017 год, вот за год мы должны все эти работы выполнить.